Знаете, в жизни, что бы ни происходило, спорт – это то, что отменить нельзя. Этому нас научила, к этому нас приучила наша великолепная Ахава. Соответственно, вот она в студии, и сейчас будем выяснять, что же за упражнения на этот раз ждут наши измученные утром такие тела. Такие выкликали меня сюда. Да, еще, да, еще да. И беляне прямо вот. Почти доброе просто. Утро, дорогие мои. Вы знаете, не всех еще приучила. Очень часто люди в соцсетях задают мне один вопрос. Как начать заниматься спортом? Как сделать этот первый шаг? Мол, мы сидим, едим, едим, а вот к активностям никак не можем приступить. Все очень просто. Для того, чтобы начать заниматься спортом, у вас просто забит желудок, вам нужно перестать есть. Основные причины, почему вы едите, давайте разберем. Первое. Вы не высыпаетесь, и организм просто компенсирует эту недостачу сна вот таким вот поеданием продуктов. Второе. Очень часто наш организм посылает импульсы голода. Посылает импульсы голода, которые расцениваются как голод, но на самом деле наш организм просто хочет пить. Потом стрессы. Всем известно о том, что мы заедаем стрессы. Плюс ко всему, самая распространенная причина, скорее всего, вам просто нечего делать, и вы развлекаете себя холодильником. Забудьте об этом, перестаньте, займите свои руки чем-нибудь. Выпивайте нужное количество воды, 1,5–2 литра, высыпаетесь, и вы перестанете есть. После этого следующий шаг. Да, Павел, слушаю тебя. Ничего, я хотел просто сказать, что нужно спать, есть и пить, и тогда можно и спортом не заниматься. Нет, тогда у вас появится желание как раз-таки заниматься спортом, потому что вы будете чувствовать себя хорошо. Значит, следующий шаг. Не обязательно сразу срываться и бежать в спортзал и что-то там активно делать. Начните хотя бы делать это дома. Начните с нами, начните сегодня. Сделайте с нами 5 простых упражнений, которые у вас займут 5 минут, у нас немножко меньше. И поверьте, после этого даже та булочка, которую вы съедите на завтрак, она у вас не отложится. Ни в какие места. Хватит слов, да. Павел зажигает. Приступаем к действиям. Павел, сегодня я ты думала, моя жертва. Мне не вспомнят. А я тебе, может, не дуже потребна, да? Нет, Юлечка, можешь сегодня отдыхать, у тебя обувь неподходящая. Ты прекрасно выглядишь. На примере Павла. А я не могу, я кофе держу. Да. На примере Павла мы сегодня покажем и расскажем вам комплекс из 5 упражнений, которые займут 5 минут, которые помогут вам сжечь нужное количество калорий. Начинаем. У меня все калории нужны, сжигать ничего не мало надо. Того, нам нужно совсем мало места для Итак. Начала. Начинаем. Так, ребята, бег на ровном месте с высоко поднятыми показали. Ногами. Зритель поехали. Не увидит. Вот таким вот образом. На месте. Получается, у меня. Получается, поехали. На месте, на месте. Ты уверен, дальше что будет это с высоко поднятыми ногами. Да, с высоко поднятыми ногами. Дальше приступаем. Хорошо, следующее. Да. Это была минута. Следующее. Становимся вот в такую позу. Да. И начинаем прыгать, раздвигая ноги. Павло, ревнише, ревнише. У меня такое ощущение, что я где-то на уроке физкультуры в 6-7 где-то классе. Где-то так. Не останавливаемся. Я справку принесу, слушай. Приступаем дальше. Это вы тоже делаете минуту. Мне вообще запретили. Имитируем прыжки на скакалке. Очень сложно, на самом деле, имитировать прыжки на скакалке. На одной, на второй ноге. Слушай, как у меня получается? Никогда не умел прыгать на скакалке, а тут... Опять спускаемся вниз. Ага. Упираемся на руки и начинаем прыгать из стороны в сторону. Я уже начинаю понимать, что я хочу и пить, и спать, Ань, и а есть. А вы все таким чином мы подкачаем еще и все какие-то основные язвы? Безусловно. Еще последнее упражнение – жабка. Прыгаем, как жабка. Вот таким вот образом. Вот и настроение как интересно. Наше поднимается. Вот так вот надо, оказывается, сделать. Давайте. Хоть раз. Давай. С ручками. И с ручками даже? Да. И вместе. Последний раз. 3-4. Погнали. Раз, ой, господи. Как ощущения? Ну, как тебе сказать, я как минимум проснулся. А, тобто, якщо я буду надеюсь, це робити проснулись. Щоранку, якщо я це буду робити щоранку, то що? Ти будеш зжигати нужне кількість калорій, так. І поэтому ти зможеш завтракати вот этими печеньками, которые я вижу. Покажи Юля, людям. Важный нюанс. Ты должна прыгать, как я, а не я должен прыгать вместо себя. Пока они тут выясняют отношения, друзья, должен вас предупредить. Все подробные видео с Ахавой вы можете найти у нас на сайте ranakai.tv.ua.